Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. С вами Ольга, реабилитолог. В этом видео я показываю одну из техник общего массажа, которые используются для пациентов, которые перенесли COVID. Частым осложнением COVID-а является боль в мышцах, слабость в них и слабость во всем теле. И вот в этом случае общий массаж, он отлично налаживает взаимосвязи между центральной нервной системой и телом, мышцами, связками, успокаивает нервную систему, и это, в свою очередь, влияет на мышцы, то есть в них улучшается кровоток, снимается общее напряжение, улучшаются обменные процессы. В этом видео это более сокращенный вариант массажа. Обычно он длится час где-то, час 10. Проводится такая процедура 1-2 раза в неделю. Если нужно поработать более тщательно над проблемами, которые очень часто обостряются после перенесенных воспалительных заболеваний. Это те проблемные места, которые присутствовали ранее, но вот проявили себя после перенесенного заболевания. Чаще всего это спина, то есть это или плечевой пояс, или поясничная область. Тогда нужно будет уже проходить курс массажа спины от 10 до 15 сеансов. Такого плана массаж у меня есть в нескольких видео на канале. Кому будет интересно, можете посмотреть. И в этом видео конкретно я сняла практически полностью весь массаж. Единственное, ноги у меня не получилось снять так, как я хотела, поэтому я сделала на более убыстренном режиме. И голову, конкретно в массаж волосистой части головы, я тоже не снимала. Такой у меня массаж уже есть в одном из видео, как раз для успокоения нервной системы. Он завершает этот массаж. Если это видео вам понравится, будет полезным, мне будет очень приятно, если вы напишите об этом в комментариях, может быть, у вас какие-то вопросы будут. И не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик для того, чтобы приходили уведомления о моих новых видео. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи в следующих видео. Thank you.
Thank you.
Thank you.